Ребята, здравствуйте! Хочу показать вам иглено и штык байонет. Значит, он из Первой мировой войны. Он остался от моего прадеда. Его звали Владимир. Он отец бабушки. И так он участвовал в Первой мировой войне. На Солнском фронте. И это штык. Штык Берданы 2. Это русская винтовка из русско-турецкой освободительной войны 1877 года. И видно, что по его есть ржавина. Надо раскрасить его. Длина его 53 сантиметров. Так. Штыки.